Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – идеальные джинсы осени-зимы 2022-2023. Главные тренды сезона. Любимая пара джинсов найдется в гардеробе у каждой девушки, независимо от стиля и ваших предпочтений в одежде. Джинсы дарят легкость, ощущение комфорта и свободы, которых так порой не хватает в обычной жизни. Кто-то носит их каждый день, а кто-то надевает изредка, но не любить джинсы просто нельзя. Сегодня вы узнаете, какие джинсы лучше всего подойдут для холодного времени года. Я подобрала для наших зрительниц большой список моделей джинсов, среди которых точно найдется идеальная пара именно для вас. Также покажу примеры образов, как и с чем носить модные джинсы в сезоне осень-зима 2022-2023. Новинки джинсов в холодном сезоне невероятно разнообразны по стилю и решениям. Дизайнеры предложили на осень-зиму большой выбор широких и свободных моделей с разрезами и вырезами, протертостями и рваными коленками, асимметрией на поясе, принтами в стиле patchwork. Изобилие принтов, оттенков и цветов денима сможет удивить даже самых взыскательных представительниц слабого пола. К тому же носить трендовые пары джинс можно на любой манер, будь то с кроссовками, ботинками или изысканными лодочками. Можно и с сапогами, либо ботильонами. Для верха отлично подойдут топы, майки, рубашки, водолазки и свитера. Завершить крутой образ джинсами поможет кардиган или кожаная куртка, тренч, клетчатое пальто, либо пуховик. Не будем ограничиваться общими тенденциями моды на джинсы осень-зима и перейдем к более подробному рассмотрению каждого актуального тренда. Будьте смелее, пробуйте, экспериментируйте, у вас все получится. Всем моим зрителям удачи в выборе модных обновок. Красоты и совершенства, хорошего дня и яркого солнечного настроения. Приятного просмотра, ставьте пальчик вверх, обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока!